Четвертый отряд. Эшка, Мешка, Радуга. Наш девиз. Эшка, Мешка, Чичик, Эм, Сумы, Поттер и Орлен. Семь цветов, одна семья. Друг без друга нам нельзя. Гренада шойчан лагерен талун, коми кывлышем лун. Зон посникат Сыктывкарыш вонгыш яс ворсаны, коми дамукат финугор войтурлан ворсам ясы. Одним комі ігріяс. Ворсис не ставен, виловити мен мортменам. Ворсим комі ігріяс. Пожалим черінянь. Це ще ошка баби ворсим. Тув, вичим черядькет, черіку їм. А дір творсини, вони я челядід. Кижа тілунчош Гренада Анмонес Радлун, етнокультурна сміна. Таво проєкти сли турис кишки кво. Пыртасия Солома, Национальная политика Министерства Отсыган, Республика Савойтыр Яслан, Йорташан Керка. Учтаслен могыс нимадны давиджены куми, дафин югра мукат войтырлыш история, культура да уласног. Чуштаны том езан мам да мукат кыв да войтыр дора пыдди пуктам. Таву учтасы нышта узырмадысны талун ялунлы лышаланатур ясен. Ми петкадлам челядис лысачам тор, еще не только пыр на яс велодам или мыка. Мы касачам современной, шам интерактивной ворсам яс, да, сачам необычной, кучам даже миян, шам мирас, да, вот. Больш петкадли миналы шарамоделирование. Шам не больш тим квест, игра, шам, да. Интеллектуально-познавательный ворсам яс, разный полос экология кузя, фин егровой тир кузя, фин егровой. Игра культура кузя, коми культура кузя. Быт во Радлуна республика быт пели сыщ волы кыкшоны в зон. На лыдын шылыщек тыщас, фестиваль ясы пырычыш яс, олимпиада ясын да конкурс ясын вермыш яс. Ну тут очень много развлечений, очень интересно, познавательно. То есть не только сидеть можно на одном месте, но и ходить куда-то. Коми поделки делаем, еще рисуем. А сегодня кого ты рисуешь? Сегодня медведя тут рисую. Что больше всего понравилось тебе здесь? Дискотеки. Здесь мне тоже нравится. Здесь разные конкурсы, мероприятия. Вожатые, воспитатели очень хорошие. Дети все дружные, веселые. Тут разные флешмобы показывают, разная программа каждый день. Смена тут коми. Ну, я обычно не словам коми научилась, а получается традициям. Тут че научтасын вылечили один да национальная культурная автономия ясындаштым концерт. Петка Честная Республика сонародный артист Василий Рочев, Белорусская автономия Лен, Купаленко хор, Чувашской Нарспи ансамбль, дамукат яс. Шэнджи дэснэны взонмэс артист яслан мича пачкамыс, ёктам да мыла щулэмыс. Гажа торин челядлы вылэны и этнодискотека яс. Унышсэ смена сэкотртлэсны эсэмэн коми кывлэщэмэн, но и рощиян экологиялы щэм вокад ятэдэн. Быт лунного десны быт пылос мероприятия, мастер-класс, спортивный доворса научтас. Таны зон после стормы десны куми да финугор войтыр яслан ёктым ясен, традиция ясен, культура. Вела десны вычачны бумагавич, картолныш, вуруныш. Ныв яс арат пырышн окшесны дуран да адаш десны акан ясас. Смена ширын волосны паджга самаштер яс. Найпет кадлесны щумадыш да щоиш, вычым тор яс. Юкшесны тыдым лун яснас и челядькад. Здесь мероприятия очень такие интересные. Энергия просто бомбезна. Очень кружки интересные. Я хожу на них, очень интересно. Там бумажное моделирование. Сделаем какое-нибудь животное, еще животное какое-нибудь другое уже. Очень интересно, мне это нравится. Делаем мы поделки из шишек. Делаем куколки, обереги. Изучаем роспись, коми-роспись. Радлунын муныс перада зарань конкурс. Перада зарань нимвэс на ордишес нылазонма шижим гос.
Будем ли коли вели щулем, йоктуман німе днашнесе. Зон яски щибалемсе під кадлеснену в ясли куса яскуємен. Війньо в лунце лямпа ясен котралемен. Нив яс вурісний юз костца пачкам. Учта се смони згажа да купида. Журіли став конкурсанти скажечіс. Но медбура під кечісне ушка мишкаюч Христіна да Вадім. Нає і лоїни, піра да заранян. Мен нам кажече, ми лататин інтересний. Кажече, ми уна йорт ясем. Тидмаші уна нивка яс да зонка яс. Талин міча гажа. Бара та челокта. Хыч да мыйын гажадны челядес лагерин. Та йолымы сырадлун савожаты яс воджена сулав. Наевек тодыны муй вочны челядескэд. Вожаты яслен мог отсавныны в зонлы аджыны пычканыс ен биалун, кужанлун яс, да вочны сылмэдны наес. Анна вожаты ялы медоджаюш. Тавасы пырыс вэлэчыны Сыктывкарса университеты. Кыс елоны история да общество знания веледышын. Дети такие активные, везде все хотят делать, то есть с ними интересно работать. Не знаю, как с старшими было бы, но я очень рада, что попала на младший отряд именно. Мои любимые. Они искренне умеют любить, чего со старшими отрядами не будет, например, возможно. У них всегда искренние все чувства, всегда можно по ним понять, чего они хотят, чего не хотят. Смена дырья челядора волос у нагышт. Налыдын немало надо точа на ёс, артист яс, щелыш ёктыш яс, вещик фокусник вэлы. Таалун радлун саяскат паны дашлы с ком республика немало нагижыш поэт Анжелика Елфимова. Сие вишталы скорка пызаводит лыгижны рочин, но сыща вуджи комикы вэлы. Мы еще когда гижи рочина, смен окутавал гижин, но мы окуж водичин вэлы рочка у нас. Мы нам это быта кывчукыр яс, словарь яс, быча маяс. Вот мы сейчас кыси петканы, а коми нас больше сы петис. Мне очень нравится перевод. Вообще, я и переводила, и, допустим, ну, наших классиков, Кузьма Ахматова, Кузьмитаева, мне очень нравится переводить, потому что мне хочется показать, как можно вот русский язык показать в нашем национальном коми языке. Вот какими словами, чтобы было понятно, и в то же время было удивительно. Известных. Это новая история. Мне очень понравился этот поэт. Я обычно Елену Габову читаю, но этот поэт мне тоже понравился. Она так все это четко объясняла. Стихотворения у нее такие вообще просто понравились. И чет морт олам юще стод мала вишт язда мод яспыр. Сети жалы де история, обычая язда традиция силыш. Радлон щета не взон леком миму, сетчас войтер история юлыш тодом лон яс. Буден тод малыс уна вультор, мукат войтер яслан историяш да культураш. Мне кажется, я больше в этом лагере коми язык прочувствовала для себя. Много слов новых узнала. Традиций. Например, встреча солнца. Я правда этого не знала. Мы пошли на поле. Там нас встретил шаман. После мы встали в круг, и из леса вышло солнце. Это интересно было. Коми язык вообще нужно обязательно знать. Это же часть нашей истории, часть нашей коми земли. Чужанын дора муслун, чужа шемьян. Чужан кер, каюр, матыса вырва, да мам батя с радейтем, да пыдди пуктам пыр. Муслунас бытти пуктам койдыс, вочасын быдмы, да пачкалы. Бурит штае койдыссе и койджены, радлоны. Нас тут очень вкусно кормят. Особенно на полднике и второй ужин. И очень поздно встаем. Мы любим вина!